Я не успел. Откровенный вопрос. Вам снился эротический сон с человеком, который на самом деле вас раздражает или вызывает отвращение? Нет. Мне вообще сны крайне редко. Крайне редко снятся. Серьезно говорю, крайне редко снятся сны. Ну а уже эротические, тем более, серьезно. Что и крайне редко попадаются люди, которые вызывают отвращение. Надо было еще добавить. Может быть, так. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».